Не секрет, что, выходя из детского дома в самостоятельное плавание, воспитанники интернатских учреждений сталкиваются с большим количеством трудностей. Начиная от чисто бытовых вопросов и заканчивая проблемами трудоустройства. Поддержка взрослого человека жизненным опытом в таких случаях бесценна. Благотворительный фонд «Это чудо» начинает в Чувашии проект «Мой новый друг». Его задача – помочь воспитанникам интернатных учреждений найти взрослых друзей. Что потребуется от наставника, по каким критериям будут выбирать их ребята, как могут посодействовать педагоги и психологи сопровождающих центров – эти другие вопросы обсудили сегодня за круглым столом. В числе участников проекта «Мой новый друг» и Национальное телевидение Чувашии. Задача проекта, который, кстати, реализуется на грантовые средства президента России, сформировать как можно больше дуэтов ребенок-взрослый. Оговоримся, речь идет не о спонсорской помощи и не об усыновлении, а о том, чтобы молодому человеку было к кому обратиться за советом. Это человек, который, в общем-то, научит ему, покажет ему мир в тех красках, которых он видит сам. Вот как-то так даже мне хочется это предоставить. Он покажет, как он взаимодействует с внешним миром, да, там путем, скажем, приготовления кулинарных блюд. Вот мы сегодня на круглом столе обсуждали. Он, может быть, научит его каким-то видам спорта. Вот сама я, например, увлекаюсь горными лыжами. И у меня вот возникла идея, что если я стану наставником, то есть я буду искать себе ребенка более спортивного, тому, кому я, скажем, могла бы научить кататься. Потому что это очень интересный вид спорта. В прошлом году благотворительный фонд «Это чудо» реализовал проект наставничества в Кирове. В этом году в виде анкеты воспитанников Чебоксарского, Шумерлинского и Порецкого детских домов будут размещаться в эфире Национального телевидения Чувашии. Кроме того, у проекта на днях появится свой сайт. Людям, которые готовы помочь ребятам адаптироваться к самостоятельной жизни, надо обратиться в благотворительный фонд «Это чудо». Программы из цикла «Мой новый друг» начнут выходить в эфир Национального телевидения Чувашии с 21 января.